Доброго времени суток. Сегодня я покажу вам, как навести порчу на потерю всего. Эта порча также называется на закрытие жизненной дороги. Для этого нам потребуется фотография жертвы и 7 булавок. Вместо булавок могут подойти 7 канцелярских кнопок черного цвета. Мы берем фото человека и прикладываем его к дереву. Ставим первое. И да будет свет посреди воды. Второе. Как и тьма посреди ночи, да будет. Это третье. И четвертое мы ставим человеку глаза. Закрываю глаза раба Божьего Петра. Да не увидит он радости и счастья в своей жизни. Аминь. Дальше. Две иглы мы ставим по бокам. Отрубаю ангела-хранителя у раба Божьего Петра. И да не будет ему помощи свыше. Аминь. Последнюю иглу мы ставим в сердце. И да будет он одинок. Аминь. Обряд проведен. Человек получит заслуженное. Благодарю за внимание.